Медикаменты, носилки и другие необходимые вещи собрали в Химках для госпиталя в Луганске. Помощь лично передадут активисты-волонтеры и муниципальный депутат Юлия Ишкова. Помимо лекарств и медицинских изделий, в посылки вложили трогательные письма от юных химчан. В каждом теплые пожелания для защитников. Везем немножечко с опозданием, но на самом деле это все было приурочено к 23 февраля. Хотим ребят поддержать такой боевой дух и передать им такие маленькие милые подарки от детей. Хочется просто поддержать наших ребят, которые сейчас находятся на лечении. Очень хочется, чтобы они скорее все поправились, чтобы все было у них хорошо. В Химках ежедневно собирают гуманитарные грузы для бойцов СВО и жителей ДНР и ЛНР. Адреса пунктов сбора можно уточнить в Центре поддержки участников СВО и их семей. Его открыли при поддержке главы Дмитрия Волошина. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.